Пару из Челябинска задержали за распространение наркотиков в Ярославле. 23-летний парень со своей девушкой. Каждый день делали по несколько десятков закладок по всему городу. У агентства чрезвычайных новостей есть кадры задержания челябинцев. Руки назад! Пару схватили в центре Ярославля и тут же поехали обыскивать квартиру подозреваемых. Семейное гнездышко молодых людей было до отказа набито наркотиками. Наркополицейские изъяли более 3 килограммов расфасованной соли, 11 пакетиков с реагентами для изготовления курительных смесей и синтетический гашиш массой 1,5 килограмма. Что это еще? Служители закона посчитали, здесь 120 тысяч доз. Только по самым скромным подсчетам стоимость этого товара на черном рынке оценивается в 23 миллиона рублей. Молодые люди готовили синтетику сами. Также у них нашли пакетики для упаковки, устройства для их запаивания и весы. Известно, челябинцы сами употребляли наркотики. Кстати, девушка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за распространение запрещенных веществ. И на момент задержания у нее имелся условный срок. Теперь она наверняка попадет за решетку вместе с другом. А что делал? Закладчиком работал. Что закладывал? Наркотики. Какие? Скорость. Кристаллы. Твердый. Реагент. А сам что потребляешь? Сам кристаллы.